7 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили. Глава государства отметил, что связи между Азербайджаном и Грузией в политической, экономической и других сферах успешно развиваются. Подчеркнув значение связи между парламентами двух стран, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение развитию межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций. Отметив важность обмена опытом в законодательной сфере, президент сказал, что связи между парламентами вносят свой вклад в развитие двусторонних отношений. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили отметил, что цель визита, возглавляемой им делегацией в Азербайджан, заключается в дальнейшем расширении взаимодействия между парламентами двух стран. Гость отметил роль депутатов в деле налаживания взаимовыгодных и стратегических отношений. С удовлетворением подчеркнул, что новоизбранный парламент Грузии будет и впредь продолжать успешное сотрудничество с Азербайджаном.